Привет всем! Сегодня буду пересаживать Monstera Celtipicana. Уже выросла выше, чем опора. Желтеть начала листья. Думаю, не хватает питания. Будем вместе пересаживать. Я приготовила опору. Основание для опоры. Сейчас буду забивать ее мхом и делать новую опору. Такие корешочки у нее уже вросли в опору. Будем аккуратно снимать. Вот какой у нее корешок длинный. Попробую все это аккуратно снять. Отлично. Кое-как я ее освободила. Такие корешки. Буду сажать в такой горшок. Я установила опору. Так, на дне дренажный слой и два больших камня положила, чтобы удерживали немного опору. У меня рисовая шелуха. Слышала, что она хорошо помогает в составе грунта. Идет как разрыхлитель. Попробую добавить в посадку рисовую шелуху. Другой рисовой шелухи. Теперь буду грунт положить и уже монстеру. Вот что мне получилось. Я ее так закрутила, чтобы она крученная была. Так, по поводу грунта. Грунт у меня торф, смешанный с мелкой корой, керамзит, уголь. И вот сверху мох, то, что посыпался. Такая мне получалась. Получилась опора высокая. И в таком горшке. Так она выглядит. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.